Друга. О, привет, Хрюшка. Короче, я нахожусь в Гданьске, в парке Олива, а тут вот лавочка, а вот дикий кабан щупает травичку. Привет, Хрюшка, как дела? Я в шоке, короче, это нормальный дикий кабан. Че, вкусно тебе, да? Ты дикий или ты домашний? Иди, тебя поглажу. Иди ко мне. Ух ты какой. Дерзкий какой. Ну вот так вот. Это в жесть. Как такое можно... Че ты? Ты агрессивный или нет? Или ты домашний? Как тебя зовут? А вот жилой дом. Вот так вот. А там лес. Вот они, короче, пришли с этого леса. Здесь их очень много. Здесь их пятеро. И вот так вот. Это, наверное, папа смотрит на меня агрессивно. Ладно, мы почти завершаем съемку.